Так, ну что, я тут, короче, никак не успокоюсь. В общем, сейчас мы продолжим еще попризываем. Здесь есть у нас монеток, есть кристаллов. Как говорится, последняя попытка что-то выловить интересное. Погнали. Так, короче, блин, стандартные пятерки, короче, насыпают. И хоть ты тресни. Вот, посмотрим, что будет сейчас. Начинаем опять с каких-то троек. Вот, сейчас, короче, попризываем, переключимся на другой аккаунт, сравним, короче, нашу удачу. Вот. Так, идем дальше. Аталанта, понятно. Пока, короче, все по сценарию первой катки. Троечки, троечки, троечки. Прекрасно. Шаманим. Ай, блядь. Медуза. Я что-то не удивлен. Да, медуза. Это, наверное, нестандартная, да, какая-то пятерка? Какая-то редкая, походу. Мне повезло, наверное. Вот это улов. И Вальди. С ключом. Блять, этим ключом, блять, дать разработчикам по голове, знаешь, чтобы нормально все там пришли в себя. Короче, с другой стороны, чего удивляться, я же говорю, на этом как бы событии тут особо как бы не расщедришься. Тут на других событиях хрень какая-то падает, а что уже говорить за башню. Вот. На тебе квасир, короче, вдогонку. Не, ну прекрасно. Прекрасно. Пилей. Да. Тересий. Идем дальше, надежда не теряется. Фрея. Ну да. Да. Короче, это получается сколько? Уже, ну, я больше 200 призывов сделал в этом месяце. А, сколько там, ну, еще 2 недели не прошло, короче, 200 призывов, а ГМ так не дали. Как я говорю, я не особо там как хочу его, но сам факт. И тут шляпа какая-то падает тоже. Рыжий, короче, не выпадает. Рыжий ко мне не хочет идти. Может, блядь, тогда хоть кто-то с башни мне там качественный придет, а ну. Ну давай вот на этом, погнали. И Вальди, короче, ускоряемся. Все, я не хочу это затягивать, эту херню. Да ладно, Бродерик. Ну, хоть так. На последнем, короче, дыхании, да, выпал. Я, правда, не уверен, что он мне нужен. Красная пятерка. Вот. Я не совсем уверен, что он мне нужен. А что он делает? Он же, получается, ходок горизонта, да, по-моему? Оно. Он подрезает ману, если я не ошибаюсь. Бафует немножко своих союзников. А ну. Так. 355 урона. Ну, это, наверное, там будет больше. С наибольшим количеством маны. Да, следопыт ходок горизонта. Значит, крадет 35% маны у врага. Это, по идее, будет увеличиваться, да, когда если я там ПМ-ком его буду гнать, качать. Короче, посмотрим. Я не знаю, пока повезло мне или нет. Плакать или смеяться. Но как есть. Ну вот, смотри, вот мои последние призывы, результаты. Вот, короче, смотри, блядь. Так, а вот мы сейчас переключаемся, попробуем с другого аккаунта попризывать. Здесь тоже 20 круток, и давай посмотрим, что будет здесь. Давай, погнали. Пожалуйста, блядь, сразу, сходу, син. Та-та-ра-та-та-та. Не, ну, нормально. Ну, син, кстати, у меня есть. И он, получается, скорее всего, тоже пока лежит на скамейке запасных. Вот, но он очень классно контрит миньончиков. Он классно контрит Джованксин. Вот, и в принципе, ну, единственное, просто, что его берешь, когда в тапок, он, ну, он урон невысокий наносит. Но Джованксин он офигительно контрит. Гиппомедонт. Прекрасно. Гиппомедонт. Еще раз. Супер. Гиппомедонт и... Хера себе. О, вот это я понимаю, слушай. Приятный бонус. Денвер. Я думаю, порадовать можно человека этим призывом. Хорошо, делаем скрин. Так, и что у нас дальше? Давай, может, еще что упадет? Агамемнон на эмблемке. У нас еще 12 призывов. Давай посмотрим, что у нас упадет. Профессор Николай.
Ну, нормально. Порфина пей. Набор, короче. Так, давай, короче, шаманим. Ну, это такое, блин. Понты для приезжих. Шамань не шамань, короче, если игра тебе ничего не хочет давать, то и тебе ничего не дадут. Ну, он Саулара, пожалуйста. И еще один Саулар. Тесей. Ого, балуют они четверками, ничего себе. Миямото. Миномета, короче, в общем, четверка тоже. Япошку подсунули, четверку. И пошло по-новому Брок. Красный сапог, Колоратри. Так, ну что, заканчивается у нас потихонечку призывы, остается две штуки. И сомневаюсь, что тут что-то упадет. Упал Сет. И упал Танатос. Прикольно. Так, что у нас там монет, да, насыпали? Можно еще сделать призывчик один здесь. Бальдер. Ну, как-то так, ребят. Ну, кстати, вот, смотри, какой интересный маневр сейчас сделаем. Смотри, загоним Денвера на третью эволюцию. И загоним Денвера на четвертую эволюцию. Правда, конечно, он немножечко устаревший, но как шотер он пушка. И вот он на четвертой эво. Ну, теперь точно все. Ладно, ребят, всем пока-пока.